Вера, здравствуйте. Компания Maxi Markets TV. Можно задать вам несколько вопросов? Да, здравствуйте, конечно. Давно ли вы торгуете на рынке Форекс и какими впечатлениями можете поделиться? Я здесь уже около 2 месяцев, и впечатления, конечно, пока только самые хорошие. Очень рада, что попала именно к вам в компанию, потому что, обслуживание очень хорошее. На любой мой вопрос, какими бы они ни были, отвечают достаточно развернуто. И пока мне все очень нравится. Вот. А расскажите, как вам помогает в работе ваш личный менеджер? Помогает, да, помогает. Он дает мне какие-то подсказки, что ли, какие-то виды стратегий, то есть по тейк-профиту объясняет, что, как правильно все считать. Ну, на самом деле, это уже второй эксперт, и, ну, как бы с первым я так много не знала, как узнала сейчас. Вот. Тоже все очень нравится. А на Вот. каких валютных парах вы обычно торгуете? На самом деле, у меня нет таких, прям что, на которых я торгую постоянно. Вот. Часто основываю, смотрю на торговые сигналы, и вот, поэтому предпочтения какой-либо валюте нету. Вера, на данный момент вы довольны своими результатами? Да, я довольна. Можете поделиться с нами каким-то, может быть, небольшим успехом вашим? Да я даже не знаю, если это можно назвать успехом, но в общем, все хорошо. И как бы не знаю, но пока меня все устраивает. Я думаю, что получится сделать лучше и заработать больше. А как вы считаете, Форекс может стать основным заработком? Да, я считаю, что да. Просто этому нужно уделять очень много времени, и вкладываться сюда тоже нужно очень много. То есть, вот я стараюсь как можно больше времени, которого у меня есть, уделить и посмотреть, успеть какие-то новости где-то, может что-то новое узнать. Ну, а так я думаю, да, что может быть основным доходом. А что бы вы посоветовали начинающим трейдерам? Для начала я посоветовала бы не бояться, потому что люди у нас ведомые, начитаются отзывов, и очень многие боятся начинать. Посоветовала бы не бояться, верить в себя и как-то, не знаю, тем, кто захочет в этой жизни как-то, не знаю, продвинуться куда-то вперед, куда-то дальше, то я думаю, что это именно для них. Понятно. Вера, спасибо вам большое за уделенное время. Компания Maxi Market желает вам успешных торгов. Спасибо большое.